Всем привет, я скачала новый мир, и, как вы знаете, мой папа решил, чтобы я сначала типа его изучил. Вот до сюда я хотела достроиться, но у меня не вышло из-за того, что папа решил то, что мне нельзя. Ну вот, что тут у нас? Вот так бы я зашел бы. Вот что бы я тут нашел. Да, очень интересно. Что нам еще нужно, кроме вот этого? Тут что? Ну да. Всякая фигня. Ну и что тут так, понятно, понятно. Ну, это все, что нам нужно. Мы вот так вот все ломаем. Так что тут больше не будет зона. Итак, мы берем, мы вот сюда прилетаем. Ну что тут у нас? Да, давайте взломаемся. Вот сюда и что тут у нас? И вот так вот мы летаем, да. Итак, давайте отсюда выламываться. Да, это, конечно, вот такой вот мир без всяких интересных сундуков. Но мне больше интересно вот тут вот, что у нас. Стоп! А вот это что у нас? Понятно. Спам зомбов. Зомбаков. И долго нам так лететь? Поехали, ломаем. Итак, давайте тут все мы сломаем. Вот так вот. Мы будем вот так вот взламывать эту игру. Да, извините, если кто сейчас смотрит. Стоп. Нельзя этот блок ломать, какого фига? Ну ладно, тогда мы вот так вот сделаем по-хитрому. Да. А что там наверху, я еще не смотрю. Я и так, давайте ломать тут все. Мы вот так вот ломаем, даже сейчас те зомбаки офигеют от наших ломальчик. Опа, мы вот так вот уже много очень сломали тут. Давайте вот так вот все мочить и мочить. Да, в режиме выживания бы я просто тут запахался до вечера. Если бы только у меня была китка лазаретовая, то тогда бы я не запахался. Нифига я как их сломал. Вот так вот. Мы все вот так вот сносим, сносим, сносим. Ну и что, как красиво. Летели.
Хопа, 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 мы будем ломать весь мир. Вот так вот, вот как вы видите. Ну давайте. Чего? Ура! Я наконец-то приобрел эти фигни. Нифига себе. И что? Летаем и смотрим, что у нас есть. Как нам написать? Я даже не знаю, блин. Будем вот так вот искать нашу кровать. Да. Блок снега. Что мне еще надо? Блин, ну где же наша кровать? Я ее уже дождался. О, вот кровать, красная кровать. Хоть что-то у нас будет. Ух, наконец-то! Что тут у нас? Мы будем... Итак, мы уже тут выживали, но я никогда не летал на эти острова. Итак... Оказывается, у нас на этом острове очень хорошо. Тут сундук. Все, что мне и надо. Все. Итак, мы будем делать ловушку. Итак, для этого нам понадобится... Мы ищем ту вещь. Так. Я ловушки делать не мастер, и я тут долго буду искать эту вещь, наверное. Так. Ну, вот что нужно. Вы сразу уже, небось, догадались, конечно, что я буду делать. Но вы не догадались, что... То, чего у нас тут нет. Ию, кнопка. Да. Нам еще это пригодится. Итак, вот тут вот мы будем ставить. У нас же будет... Вот, вот это будет моя зона. Зона для ловушек. Вы спросите, ну зачем мне в режиме выживания, вы скажете. Мне столько не добыть, это более сложная ловушка. Я бы тоже так сказала. Итак, второе, то, что у нас будет, динамит.
И мы вот так вот будем по кругу. Итак, хопа. И мы вот так вот будем делать этот мир. Надеюсь, сразу не взорвется, как только мы активируем динамитник. Итак, мы активировали динамит. Чё? Да, вот так вот активировался наш динамит. Что делать? Мы даже еще не успели ничего испытать. Ну, полетели на этот остров. Да. Это мы выкинем. А тут что у нас? Чё? Ладно. Ой-ой. Так, кто знает английский? Тот, надеюсь, мне прочтет. Я пошел из этого дома. Что-то... Я не очень понимаю, ну, вас, потому что, ну, я, короче, не знаю английский язык, кто такие, и вообще, я лучше вот тут расстелю мои кроватки. Делать вот это. Как вы уже поняли, очередную ловушку. Но я эту вещь выбросила, потому что она подзорвала мою вещь. Вот у меня как раз таки будет вот такая земля. И все. Это наша ловушка. Мы сейчас в этот выбрасыватель. Стрелы сделаем, напишем стрелы. Так, это наша будет ловушка, поэтому я хочу стрелы обычные хотя бы. Итак, С, Т, где Т у нас тут? Стрелы. Итак, какую бы нам стрелу взять? Ну, короче, возьмем эту, я уже скоро буду заканчивать. И вот эту книжку на английском я выброшу. Итак, вот, и мы выбрасываем вот сюда. И мы, так, и передумала что-то, чтобы был тут динамит. Мы сейчас проверим эту ловушку. Так. У нас же есть еще инвентарь, кнопка. Кнопку мы сюда поставим. Так, мы сейчас вот сюда. Ой. Куда он стреляет, я не понял.
Ладно. А что, была одна? А, понятно. И что будет? Ну, понятно, и он стрельнул вверх. Тогда нам надо вот это выкинуть. Ладно, сейчас мы будем заканчивать через минуту. Итак, через минуту. Ну ладно, и вот так вот поставим, и давай. Блин, мне как-то не выходит. Да. А, это наблюдатель. И мы вот сюда засовываем эти стрелы. Но, как вы знаете, и уже несколько. Итак, как тут написать? Да блин, пока. Ну ладно, всем пока, мы на второй части уже доделаем. Всем пока-пока, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Все.